Российское движение школьников активно развивается как в Тверской области, так и в целом по всей нашей стране. Сейчас уже более 200 учреждений общего дополнительного образования вовлечено в нашу деятельность. Это уже буквально десятки тысяч ребят со всего нашего региона. В каждом муниципалитете есть школы, учреждения доп. Образования, которые реализуют на своей базе направление деятельности, участвуют в проектах, акциях, мероприятиях. Самое главное – побеждают. Огромное количество наших ребят становится финалистами практически всех федеральных мероприятий, конкурсов. Ездят в Артек, Орленок, Икеан, Смена, в том числе из Конаковского района. И это очень радует. Данное мероприятие проводится в честь всероссийского праздника «Всемирный день здоровья», где собраны все почти школы со всего Конаковского района, собраны все школы города и собрано 5 школ с Конаковского района. Итого у нас получилось 14 команд. Данное мероприятие, скажем так, создано для поддержания физического духа, командного духа среди участников школ. У нас имеется 9 этапов. Переход болота, бег в мешках, катание мяча, трехочковый. Очень такие интересные, скажем так, этапы, которые, скажем так, для возраста от 8 до 11 класса, ну и, конечно, младше. Мы очень сплотились во время этой игры, потому что очень хорошие соперники, очень разъяренная борьба. Каждый буквально за каждый балл боремся и идем нос к носу. Надеюсь, что все-таки мы выиграем в этих соревнованиях. Сейчас Конаковский район очень бурно развивается. Много новых ребят, которые активно вовлекают свои школы. Даже само вот это мероприятие, которое сегодня проходит, это мероприятие по инициативе детей. Его организовывают полностью дети. Все полное сопровождение. И это показывает, что наши дети стремятся к новому, что они стремятся создавать, проводить, организовывать. И что им интересно вообще, ну, и как и спортивная тематика, ну и в принципе быть лидерами. И это самое главное, я считаю. Здесь ноль труда взрослых в этом мероприятии. Участие в РДШ помогает больше раскрыть себя, свой внутренний потенциал. Даже в какой-то степени помогает выбрать дальнейший путь в будущем. Нравится просто помогать людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Каких-то управленческих способностях развивает. Наша цель, чтобы наши дети вновь мечтали стать космонавтами и покорять звездами. Так как председатель российского движения школьников на федеральном уровне – это летчик-космонавт Сергей Николаевич Рязанский, и он олицетворяет, можно сказать, дух и символ нашего движения, чтобы наши дети покоряли новые просторы, как на Земле, так и в космосе.